Новый проект, который позволит снизить налоговую нагрузку на бизнес и увеличить зарплаты сотрудников крупных предприятий, разрабатывают в правительстве. Об этом стало известно сегодня на встрече депутатов Маслихата Алматы и представителей завода «Асфальтобетон». Ранее в своем послании народу Казахстана президент поручил улучшить не менее 95% местных дорог до 2025 года. Для того, чтобы выполнить эту задачу, необходимо обучить молодых специалистов и пересмотреть налог для бизнеса, считают участники встречи. В послании президента очень важно отмечено качество дорог, что качество дорог у нас требует более усиленного контроля, что нужно привлекать больше специалистов. То «Асфальтобетон» принимает молодых специалистов, обучает. Из числа сотрудников у них около 10%. Это молодые специалисты до 25 лет. Мы уже производим дорожно-строительный материал на протяжении 55 лет. Являемся лидерами в этой отрасли. Мы постоянно, ежегодно приглашаем студентов на практику и с последующим уже трудоустройством.